обещала, показываю, что же я себе заказала. Заказала я себе вот такие вот две вкусняшки, топовые поды. То есть это система одноразового парения. Здесь по 1500 затяжек. Сейчас покажу поближе. Так, один из вкусов я себе заказала — клубничное мороженое. Здесь у меня на 1500 затяжек, но есть и на меньше, есть на 800 затяжек электронки. Ссылочку оставляю, где заказывала. Сейчас откроем и покажу. Давайте вместе с вами откроем этот момент. Кстати, что хочу сказать, там очень много разных вкусов, поэтому можете выбирать для себя и по затяжкам, и по вкусам. Такой стильненький, розовенький. Что хочу сказать, чем мне нравятся одноразовые системы парения? Потому что это удобно, ее не нужно заряжать. Кинул в сумочку, в момент достал и попарил. Кстати, мощная. Так, по вкусу. Я вторую еще не пробовала. Но это очень вкусненько, очень. Это клубничное мороженое у меня. Советую. Второй вкус у меня — черника-малина. Что хочу сказать, здесь тоже 1500 затяжек. Они одинаковые по мощности. Вот, сейчас откроем и покажу. Ссылочку вам оставляю, где заказывала эти электронки. Кстати, мне быстро оформили заказ, выслали. По вкусам тоже, смотрите, там есть большой выбор по вкусам и по затяжкам. Так, пробую чернику малину. Что хочу сказать, если сравнивать эти два вкуса, то мороженка немножко слаще. Кстати, кто не пробовал чернику малину, советую. Оно после вкуса отдает какое-то, знаете, такое, ну не мятное, но свеженькое. Остановите меня, пожалуйста, потому что это очень вкусно. Но они реально вкусные. Ссылочку вам оставляю. Кому интересно, заглядывайте. Хочу вам сказать, кто не пробовал эти электронки, советую попробовать. Потому что у них море плюсов. Цена, стиль и, конечно же, вкус. Вкус крутой, классный, вкусненький.